соревнования проездом по парку. 2-3 рейпана были те. Так, я понял, что с вращением доски у Игоря никаких проблем нет совершенно. И фингер липы через уголочки. Или видели? Фингер лип. Балансмент неплохой. Начало достаточно неплохое. Парты и стэн. Прошу обратить внимание, тур позади всего лишь 30 секунд. А 30 также имеется в арсенале вращения руля. Понятно. Так, левый пускай. Фингер его увести. Дал с этим на кнопке. Проект два парка и сразу райдер. И прекрасный тур на парком. Прошу проехать по всем фигурам. Почувствовал. А теперь пойду в юг и не подряжу на них. Еще одна попытка, которая почти зашла. Уважаемые участники, у нас сейчас проходит соревнование среди любителей и новичков, но... Как? Нет. Да, это один, но откуда? Барфина на наклонке. И еще один контактик. Трак-драйвер. Солнце загрелся. Один из сегодняшних финалистов. 2-3 по черепу. Но этим не мог. Еще целых 5 секунд. Проезд. Олег, я тебя предупреждал, готов 15 секунд. Вот так не катайся, думаю. Да, вполне. Трикер его через пирамидку. Вращение доски в любых масштабах, которые столько позволяют фантазии. Идеальное исполнение хиты пальцами на голову. Но... Тейлвип кат. Кам-кам. Банейки очень круто. Владислав. Барбичек. 367 за голову. На перлипах попытка твоя. Вообще набираем скорость прямо на уголочек. Практически чуть-чуть осталось. 360. Так, она имеется. И барбит практически на плоскость. Также возможно. Ну, и у меня друг попытка, которого не будет отходиться по своему. Два перлипа пускат. Вполне неплохо. Я бы в возрасте даже и иду в такой вот дворе. А позитивный барбит. Завершающий трюк. Киклис, ну, сделал, ну, практически. Будущее российского экстремального смака, уже в 13 лет они отрабатывают такие трюки. Представляете, что будет через пару лет? Ведь вам очень интересно, что буквально в 13 часов нас проведут показатели выступления команды Киклис Кутершоп. Они чуть постарше, чуть поопытнее и покажут вам, чего можно добиться касательно экстремального смака. А тем временем Вакин Дмитрий свои 13 лет. Расставливаю телевизор и барбитики исполняют искуды там. 30 секунд до завершения своей попытки. На гоночке. Прямо сейчас. Стал сойти. Идеально. Тейлвип. Идеальное исполнение в воздухе. Уверенно. Но фэнтези и барбитики исполняются на всех фигурах парка. Барбитики. 360 амплитудная. Чуть было не упал, но справился с управлением. И теперь по амплитуде также делит приземление. 360. Стелли вниз. И третий любой. И у Райдера сколько энергии, мы только посмотрели. Данса и липы, и ничего страшного. И что его не... Бандиты. В течение которых тут можно сбить, кажется, очень-очень много трюков. С одной ножки, ну, пишем это на такое исполнение. И... Стелли. Но это экстремальный спорт, имеет всякие товарные спорты.
задевать еще очень много трюков. Feel me. Один имеется. И подписка будет остальным. Барнавип из губы. Киклет. Feel me. Дам тариф на гонке. И вертолет вниз. Сколько трюков ты сделал? Исполнится Киклет. Ой, стиль исполнения очень круто, очень круто. Вот, в этом я говорю, дорогие друзья, желательно, чтобы вы все катались в защите, в избежании какого-либо, каких-либо видов травм. Через рукавов. Киклет, идеальное исполнение. Тейлвип через. Так, когда он набирает, но ученик. Тейлвип. Раз, два, два, три, легко, вкат, без проблем. Бар спит на наклонке. Тейл и вкат. Прямо приказан, набрал скорости. Два, тейл и вкат, поймал. И бар спит на полете. Thank you.
прыжка за аутсайд. И один небольшой трючок. Два трюка вполне пойдет, тем более, что они исполнены как прям буквально на стойке. Он хранит весь пар на вылет. Два трюка. И еще аутсайд и прыжки ставится практически всегда. А один аутсайд и на гонке. From